Молочные павильоны помыли, пришла очередь прилегающих территорий. В рамках месячника благоустройства коммунальщики чистят ограждения и дорожные знаки в микрорайоне Подрезково. В плановом режиме такие работы будут проводиться сначала по главным улицам. Это улица Мира, Центральная, Комсомольская, Новозаводская, Московская. Далее мы уже пойдем по остальным улицам в порядке бывания. В рабочие будни все коммунальные службы и хозяйствующие субъекты активно наводят порядок на своих территориях. Ежедневная работа по уборке улиц городского округа – это лишь подготовка к Большому субботнику, который состоится уже в эти выходные. Всех горожан приглашают к участию, ведь чистота родного города зависит от каждого его жителя. Хотелось бы, конечно, чтобы жители относились к этому серьезно, были неравнодушны. Полностью закончить уборку планируют до 30 апреля. 1 мая городской округ встретит чистым и благоустроенным.